Друзья, и снова всем привет, и в сегодняшнем видео я вам покажу очень интересную и полезную самоделку, которая может вам пригодиться. Ну а для сегодняшней самоделки нам пригодится вот такая вот профильная труба на 15 мм, с которой нужно будет вырезать два одинаковых куска. Ну вот получились два одинаковых куска, заусенцы на которых нужно будет обработать на наждаке. Ну а теперь этих два куска профильной трубы нужно будет зажать вот таким вот образом в тиски и сделать три отверстия, одно по центру и два по краям, диаметром на 5 мм. Ну а теперь вставил болтик в эти отверстия и затянем сейчас гаечкой, для того, чтобы сделать следующие отверстия и не было никаких смещений. Ну вот, вторую сторону тоже затянул при помощи болта и гайки. Теперь нужно будет сделать центральное отверстие. Ну а теперь разбираем эту конструкцию. Ну а теперь в проделанных три отверстия нужно будет вставить три шпильки и сверху поставить по сварочной точке. Ну а теперь смахнем все лишнее болгаркой. Ну вот так вот выглядит конструкция на данном этапе после обработки болгаркой. Теперь мне нужно будет крайние шпильки спилить вот по этой разметке.
Ну а теперь собираем сегодняшнюю нашу самоделку. Ставим две одинаковых пружинки по бокам. Одеваем на центр пружинку. Ставим шайбу и гайку. И как всегда, друзья, легким движением рук, и сегодняшняя самоделка готова. И сейчас я вам покажу, как я буду использовать данное приспособление. Ну а приспособление это нужно для того, чтобы по диаметру сверла подобрать диаметр болта. Или же наоборот, по диаметру болта подобрать диаметр сверла. То есть, если же вы решили сделать отверстие под болт, то вы можете взять болт, зажать в данное приспособление и по нему подобрать сверло. Или же наоборот, по сверлу подобрать диаметр болта. Имея данное приспособление, под любой диаметр болта вы сможете подобрать сверло и сделать отверстие, не имея штангель-циркуля. Опять же, если вы будете делать отверстие не для нарезания резьбы. Друзья, я советую потратить 10 минут своего драгоценного времени и сделать себе такое же приспособление. Ну что сказать, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео, так что не стесняемся ставить лайки, подписываться на канал и делиться видео с друзьями. Ну а мы же с вами увидимся в следующем видео. Всем до скорого!